Так, много лет назад, точнее больше 15, может быть лет 20 назад, вот на этом столбе была установлена Сибиха 5 восьмых. Модель сейчас не помню, но по катушке сразу можно определить, кто знает, что за модель. Она единственная такая. Значит, вот смотрите, антенна ни разу не обслуживалась. Простояла, я еще раз говорю, больше 15 лет. А, значит, противовесы, шестигранники открутились сразу. Ничего не произошло. Противовесы в отличном состоянии. Сохранились даже колпачки на них. По поводу колен тоже все хорошо. Я вот, правда, не знаю, это родные были стяжки или нет. Стоят клепки. Видимо, я заклепывал. Колено выше. То же самое. Стоят клепки и вот такая стяжка. Дальше идут просто клепки. То есть антенну снял аккуратно, ну валил, но на дерево. То есть она не деформировалась, то есть она осталась целая. Дальше смотрим. И, кстати, она все эти годы работала. Что у нас касается катушки. Катушка, наверное, скорее всего, без лака осталась, а может быть нет, скользкий лак остался. То есть она побелела. Побелела, но еще раз говорю, что антенна работала, продолжала работать без проблем. Так, здесь тоже контакт остался. Это у нас не керамика, это резиночка. Смотрите, тоже здесь все хорошо за все эти много-много лет. Крепеж. Крепеж, клепочки остались все. Это заводские клепочки. Так, здесь я насквозь сверлил на мачту. И родные стяжки тоже на месте. То есть как бы все хорошо. Сейчас попробую разобрать. Так, что касается кабеля. Кабель медный. Судя по, сейчас я поближе сделаю, судя по начинке, воды не нахватал, то есть здесь было все герметично. Так, сейчас попробую, наверное, его открутить, если это будет возможно. Да, это возможно. Сейчас я его откручу, посмотрим состояние разъема. Сейчас, пока камеру выключу. Так, ну разъем откручивается очень легко. Такое ощущение, что здесь какой-то пластиковый еще на разъеме, на балдажник, не могу понять. А, на литол я еще, кстати, все это дело закручивал. Ну, что у нас тут? Разъем в прекрасном состоянии, литол остался на месте. А, может быть, присутствует ржавчина. Нет, это литол запекся. Так, ответная часть разъема. Литол остался, разъем, видите, еще разъем старый, то есть пластик внутри красный. А, и вот и сам наконечник, а не наконечник, втулка пластиковая, которая защищала разъем, то есть заводская, ну штатная. То есть все на месте. Разъем полностью герметичный был, пока я все это не завалил, не разодрал. Вот. А, оплетка кабеля я закручивал, видите, наружу, и тоже с ней ничего не произошло за эти годы. Кабель радиолабовский, медь 8DFB, насколько я помню. То есть кабель, видите, тоже. И, кстати, оплетка очень жесткая, можно наколоться. То есть за все эти годы ничего с ней не произошло. Вот такая вот антенночка. Уберу ее, наверное, посмотрю. То есть как бы думал, что сильно пострадает, но на самом деле снял ее без, ну, без повреждений, хотел сказать, без существенных, вообще без повреждений. Поэтому, наверное, приберем. Все, спасибо.